Хотел поскорее заехать во двор, но создал проблемы как себе, так и окружающим. На улице Юлиса Фучика «Шевроле Авео» подрезал автобус. В результате резкого торможения и последующего столкновения пострадала пассажирка многотонника. Женщину пришлось доставлять в травмпункт. Подробности расскажет Анна Городнова. По своему полосу, по своему маршруту ехал. Как рассказал водитель автобуса, он только отъехал от остановки, двигался по своей выделенной полосе. Вдруг ему наперерез выехала «Шевроле Авео». Водитель иномарки явно намеревался заехать во двор. Я по своему полосу ехал, по автобусным полосам. А как он туда справа обогнал? Получается, слева, наверное, обогнал? Ну, я вот так ехал, да, он меня вот так подвигал. А он на поворот шел? Да, он на поворот шел. Маневр не удался. Иномарку развернуло после удара. Ее водитель не пострадал. Рассказать, почему нарушил правила дорожного движения, мужчина также не пожелал. Расскажи, пожалуйста, как ваша версия прошла? В результате столкновения упала 39-летняя пассажирка автобуса. По предварительным данным, женщина получила ушиб мягких тканей голеностопа. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.